Привет, сегодня я буду менять подшипник. Volkswagen Polo 2002. 2002, да? Да. Ручник отпусти, помощник. А там надо ручник, блядь, отпускать. Ну, только пистолет. Открути сейчас, выкрути. Хоть сколько можешь. Потом там надо язвы хуярить. Понимаешь? Там есть ключ такой, язва, блядь. Ним надо хуярить, понимаешь? Понимаешь? Он может прокручиваться, понимаешь? Отключил? Нет. Че? Что ты не хотел? Да я 17 хотел. А, да? Да, минус. Нет. На головку, нет. А, да, у тебя не вот, блядь, дай мне на 19. Да я. Нет. Что не такое за? Не такое. Сверху. Ну ты все. Да. Все, закончил отследить. Хозяин дал не тот запчасть. Хозяин дал не тот. Говно, блядь. В девятый раз. Пошли сейчас его лицо счастливое видео. Тут поставь. На столе лежит. Смотри, похоже. Я не сказал, что он похож. Сейчас надо вот эту обойму снять. А? Отпускай. Выключи лица. Все, ребят. Вот мы сняли. Все, заебись. Все good. Сейчас новый подшипник. Неси помощник, где там подшипник.
А кто? Менеджер приемный. Помощник. Помощник? Помощник. Сорви голова, блядь. Так, надо. Чуть-чуть солидольчик. Пускай я ложу, так еще раз пошел. Положим бункер туда, прям. Еще очень важно, некоторые бьются по этому месту, когда начинаешь по бить месту. По этому месту, когда бьешь сильно кувалдой, то этот раз, короче, развальцовывается и, короче, диск хуй оденется, вот, колесный. Да, тут, кстати, на каждом колесе такая херня, да? Ну, тут лес нахуй, вот кувалдой нельзя бить. Сюда? Нельзя. А внутрь? Да, деревяшку надо нести. Деревяшки. Или этот самый резиновый. Давай. Резиновый кувалду принеси там с правой стороны машины. Давай, бегу. Нести надо. Давай. Какая лоханка. Маленькая. Маленькая, но она. Лоханка. Это что за посуда? Ну, ты же сказал маленький. Ну, не должен так легко заходить, понимаешь? Вот. Колеса нет. Что за посуда? Хуёзно. Его надо забивать как-то, ёпта. Дай мне эту старую. Вот старый подшипник, да. Видишь? Где? Ну ровно поставь. Да его, блядь, хуй ты вытяжешь, понимаешь? Так ты же вытянул эту херню отдельно. Я понимаешь? Же этим ключом только вытягивал. Тоже его этим ключом утягивает. No. Даже забивать его. Смотри, он подшипник выскочил. Ну это старый. Вот дай мне штангер цирка, я замерю внутри. Тот электронный принеси. Так и был. А он включается, когда я делаю еще. Вот и все. И все? Гайки неси. Ну, в гайке, где он лежал. Коробки видел там. Вот он лежал, да? Был там, был, я когда первый раз смотрел. Вот. Надо пластмасс. Какие пластмассы? Найти центр его. Так. И все. Все. Да, все равно тут запчасти не готовы прислали, да, пропак? Да, вот сил, да нет. Пробойник, он желтый лежит. Все, ставьте лайк.